Доброго времени суток, я Тамир. Мы с Пашей сегодня вам покажем, как в принципе нарастить количество подтягиваний, что очень много спрашивают у нас, и это очень важно для многих. Количество хорошо нарастить, есть два принципа. Первый принцип — это нужно как можно быстрее подтягиваться, и второй принцип — это использовать дополнительный вес. Вот мы в данном случае как бы мы используем жилет, который мы обычно в наших тренировках используем. А вообще вы можете просто что-нибудь привесить там к себе, 5 килограмм, 7, и начинайте подтягиваться. Вот Паша сейчас покажет, то есть нужно максимально быстро подтягиваться. Эти максимально быстрые подтягивания, они очень хороши для рукопашного боя, потому что развивают скорость удара. Паша сейчас покажет, то есть максимально быстро. То есть ваша задача — максимально быстро подтягиваться, с одной стороны это будет большое количество цифр, как бы, ну сейчас видите, так, такая погода немножко, да, можно дойти реально 50 раз подтягиваться за полгода. Но самое важное в этих подтягиваниях именно то, что это хорошо влияет на скорость, так же как очень быстро отжиматься от пола, к примеру. Ну сейчас опять же мокро, мы вам это не покажем, просто запомните это. Ну теперь я еще расскажу, очень важно, как использовать дополнительный вес для укрепления хвата. Вот сейчас Дима нам продемонстрирует. То есть надо по турнику, это очень важно в борьбе. Сосиска. Ребята, ну вы еще пришли с пивными напитками. У вас проблемы? У нас нет, а у тебя что, да? А ну, подожди, выключи, сейчас. Сейчас, да, выключи сейчас. Набухали, блядь.